А прежде чем мы начнем, я хочу порекомендовать вам отличный онлайн-шутер виртуальной реальности. Можно играть как друг против друга, так и целыми командами против компьютера и, собственно, других команд. Реалистичное отображение движения тела, повторяющие движения игрока и динамичные перестрелки выглядят очень многообещающе. Поэтому давайте поможем этому крутому шутеру пройти Greenlight. Всем привет, с вами по-прежнему Арталаски. Думаю, вы заметили, что видео не выходили уже несколько дней. Кажется, около 4. Дело в том, что последние ролики по Unity, которые я записывал, почти полностью были искажены черными артефактами, которые вы уже наверняка замечали в предыдущих видео. Многочисленные фризы и краши программ, которые я вырезаю из роликов, и жуткие лаги при видеомонтаже, разваливающийся стул и журнальный столик со средненьким ноутом. Именно так сейчас выглядит мое рабочее место и процесс. Тем не менее, я успел снять более сотни видео, которые вам очень понравились, а многих вдохновили заняться геймдевом снова или хотя бы начать и попробовать что-нибудь сделать. Однако сейчас, когда я снимаю видео, я не уверен, что оно запишется нормально, без черных артефактов и вылетов программ записи. Руки сильно опускаются при такой работе и хочется выбросить свой ноут из окна. Но нельзя. Я обещал его своему другу для теста в качестве материала для видео. Кстати, именно этот загадочный друг составил мне шикарную сборку ПК и уложился при этом 47 тысяч рублей. На мой взгляд, сборка получилась очень грамотной. Мощная видеокарта ShadowPlay'ем и процессор, который вытянет и громоздкий монтаж, и стрим игры на высоких настройках, не говоря уже о весьма требовательных 3D-редакторах. К сожалению, сам я такую сумму в данный момент не смогу потянуть, поэтому я решил обратиться к своим подписчикам, ведь вас уже более 32 тысяч человек. Если бы каждый из вас скинулся на поддержку канала всего по 10 рублей, то в сумме получилось бы целых 320 тысяч рублей. Понимаете, всего по десятке с подписчика, и помимо покупки нового ПК, можно приобрести качественное оборудование для записи звука и видео, купить рекламу у крупных блогеров и вложить деньги в создание игры. Однако лишь покупка ПК у канала откроется второе дыхание, появятся стримы, темы которых мы с вами еще обсудим позже. Разрешение роликов вырастут до 1920 на 1180 пикселей и выше, поэтому их можно будет смотреть на телевизоре. К тому же я смогу использовать свой крутой микрофон для чистого и приятного звука в роликах и наконец пущу в дело веб-камеру. Как я и говорил, на все это дело мне нужно 47 тысяч рублей. На монитор, клавиатуру с мышкой и прочее оборудование я уже заработаю сам, делая новые видосики и проводя стримы. Первое время, правда, попользуюсь своим старым монитором. В общем, это уже не столь важно, как я и говорил. Если каждый поддержит канал хотя бы десяткой, то даже монитор можно будет взять почти сразу. Кстати, вот и он. Я старался делать для вас хороший, интересный контент, не только видео, но и модельки, одну из которых скачали более 10 тысяч человек. Теперь, если вы ждали подходящее время поддержать канал, оно наступило. В свою очередь, я обещаю и дальше радовать вас интересными видео в более крутом качестве, а также стримами и, конечно же, играми. Поддержать канал можно любой суммой по этой ссылке, она есть в описании. И, кстати, огромное спасибо тем, кто уже откликнулся в группе ВКонтакте. Благодаря вам была собрана уже 1000 в первый же день. Ну что ж, я очень рассчитываю на вашу поддержку, ведь именно от вас зависит, как скоро мы сможем пообщаться в прямых трансляциях и смотреть новые качественные ролики в высоком разрешении. С вами был Арталаски, до скорых видео.